Продолжаем. Значит, мы остановились на такой матрице инноваций, как ее называют. То есть тут, к сожалению, качество очень плохое. Вот, но смысл ее в том, что есть различные отрасли. Тут приводится пример. То есть есть разные отрасли и разная степень активности стартапов, связанных с искусственным интеллектом и машинным обучением. То есть она показывает те области, в которые выгоднее всего инвестировать, где меньше всего народу. То есть рынки, которые еще не заняты. Вот и приводится квадрат, связанный с финтехом, с страхованием, медициной и так далее и тому подобное. Интернетом вещей, да, которые наиболее активный интерес сейчас привлекают. По-моему, у них по годам все это приводится. Ну, не, может быть, даже не по годам, неважно. То есть и есть там, например, какие-то внизу там сельское хозяйство и так далее, которые почти вообще никак не задействованы. Вот, то есть тоже можно таким образом смотреть потенциал, где вот будет следующий прорыв, например. Здесь просто пример приводится, ну, так интересно посмотреть просто, какое сейчас многообразие, по крайней мере, 5 лет назад, многообразие стартапов, связанных с искусственным интеллектом. То есть тоже какое-то безумное количество компаний с какими-то своими предложениями, как строить искусственный интеллект. Вот, то есть все так иначе пытаются в эту тему залезть. То есть у каждой уважающей себя IT-компании сейчас есть какой-то свой внутренний стартап, который они прикупили в свое время для того, чтобы решать задачки, связанные с искусственным интеллектом. То есть тут смысл, наверное, ее в том, что есть какие-то направления по искусственному интеллекту и целый ворох компаний, стартапов, которые, соответственно, направление развивают. Значит, ну, здесь приводится просто так. Вопрос у нас опять. В России, наверное, меньше стартапов, у нас больше организаций этим занимается. У нас стартапов, ну, у нас как бы такая, опять, как и всегда, у нас достаточно извращенная система. То есть у нас очень много стартапов, но эти стартапы в России не остаются. Они обычно, как только появляется какая-то перспектива, практически сразу привлекаются инвесторы из-за рубежа, и компания там переезжает куда-нибудь в Калифорнию, например. То есть очень редко стартапы у нас становятся именно такими чисто российскими. То есть, как правило, бизнес, он старается инвестировать не в Россию, если говорить там про инновации. Но при этом у нас есть еще потрясающая, в кавычках, область, да, это госстартапы. То есть, когда, грубо говоря, есть какое-то крупное предприятие, у этого предприятия есть какие-то проекты, которые требуют инноваций, и при этом предприятии создаются карманные компании там, из бывших сотрудников, которым дают тут новое направление, да, то есть с них снимают те ограничения, которые существуют в большой организации, для того, чтобы они могли сделать что-то полезное в таком автономном плавании. Вот. Были примеры в моей практике тоже работы с такими компаниями, то есть ну, такая есть компания в МВТУ имени Паулана, она появилась, которая делает для промышленности системы, как сказать, так, визуального программирования. То есть, как кто работал там с промышленными контроллерами, программированными промышленными контроллерами, знает, что, например, там нет никаких C++, нет никаких там Java, Python. Там есть технологические языки программирования, в том числе визуальные, которые позволяют вам описывать логику системы там, на уровне там, LAT-диаграмм и так далее. Вот такой вот стартап МВТУ, они, например, сделали там еще 20 лет назад, сделали систему, которая вот в том числе решает такие задачи и позволяет вам строить промышленный контроль на их основе. И вот там на одном из предприятий, где я работал, там как раз такой вот, вот их, так маленькая компания, там из 3-4 человек состоящая, они поставляли вот такую систему автоматизированного проектирования логики для построения системы автоматики. Вот, у них также там было целое направление, связанное с моделированием. То есть этот же пакет можно было использовать еще и как систему моделирования. То есть как некоторый такой аналог MATLAB. Вот, но с прицелом на модели, тогда еще не использовали понятие цифровой двойник. Тогда все говорили о компьютерных моделях. То есть есть суперкомпьютер, есть компьютерная модель. Такие немножко такие
ламповые названия, тогда про цифровые двойники никто не говорил. Вот часто все называют цифровыми двойниками. Вот у них была такая вот технология построения цифровых двойников в то время. Вот и в целом там на нашем предприятии строился цифровой двойник корабля. То есть все системы, там энергетика, там технические средства, там навигация, все это в модели. То есть модель как бы имитировала среду, а в эту среду погружалась система управления кораблем. Вот, и можно было там имитировать там, не знаю, разгон корабля, там, полный ход, там, холостой ход и так далее. Ну, предприятие вам не буду говорить, оно было таким военным, поэтому я не буду вам рассказывать, что это за предприятие. Ну, в целом, практически на любом предприятии в том или ином виде такие мелкие стартапы появляются. Сейчас, правда, пошла другая тенденция. У нас сейчас какая-то охота на ведьм началась. У нас сейчас ФСБ начинает трясти все предприятия на предмет того, что, мол, деньги потрачены, а где результат? То есть те организации, которые с умом эти деньги инвестировали, то есть создавали компании, которые реально что-то делали, их не трогают. Да? Но при этом огромное количество предприятий, где там под тем же самым соусом просто эти деньги осваивались. То есть заключался контракт, нанимались какие-то странные люди, эти люди ничего не могли сделать. Потом вот спустя там 5-6 лет сейчас приходит ФСБ и начинает разбираться, куда деньги ушли. Вот, то есть целая череда там сейчас судебных разбирательств. Людей там просто арестовывают, сажают в тюрьму. Причем, как правило, сажают людей каких-то бедных, несчастных, которые просто были назначены гендирами. Да? Вот, то есть тоже такое сейчас есть. Вот, поэтому у нас в стране, конечно, такая достаточно интересная сейчас ситуация складывается. Ну и плюс вот в последнее время тоже вот пошла эта тема с поглощениями. То есть очень агрессивно себя Сбербанк ведет. То есть он прям съедает целые огромные компании, поглощает стартапы, там любые интересные идеи. У меня там есть знакомые, которые, например, строят свой бизнес на том, что они сейчас раскрутят какую-то идею, привлекут первых клиентов и продадут ее Сбербанку, условно говоря, там, или кому-то еще, или Mail.ru, там, или МТС. Все это тоже такой своего рода бизнес на стартапах. То есть ваша цель не в том, чтобы там построить крупную компанию, которая там 30 лет будет работать. Ваша цель в том, чтобы как можно быстрее показать перспективность вашего бизнеса, там, не знаю, на коленках все собрать, получить первых клиентов, показать, что ваша система работает, то есть получить какой-то референс и по-быстрому продать это какой-нибудь крупной корпорации, типа там Сбербанка, Mail.ru и так далее. То есть Mail.ru, если вы посмотрите, тоже все их достижения, это тоже какие-то мелкие стартапы, которые они, ну или крупные компании, которые они покупали. Те же самые Одноклассники, да, это в свое время была отдельная компания, так же, как и ВКонтакте. Вот сейчас и ВКонтакте, и Одноклассники стали частью Mail.ru. То есть у нас тоже есть стартапы, их довольно много, вот. Но многие стартапы утекают на Запад, то есть они не становятся частью российского бизнеса, они становятся частью зарубежного бизнеса. Та же компания Luxoft, которая изначально была, ну, она не была стартапом, она была изначально галерой, которая создавалась российским олигархом. Вот, ну, вот несколько лет назад ее купила американская компания DXC. Вот, с чем тоже было связано много интересных моментов, потому что Luxoft, как российская компания, очень много делала чисто российских проектов. Вот, и тоже там возникала довольно большие проблемы с этим возникли. Вот. Ну, сейчас вот какой-то тренд пошел, что там такие компании, там, как Почта России, как Сбербанк, они вот хотят иметь свою собственную IT-экспертизу, то есть не завязанную на внешних подрядчиков. Поэтому какие-то вот такие возникают пертурбации. Но, тем не менее, в России тоже можно найти интересные примеры. Вот. Ну, здесь на слайде показана такая классическая инфраструктура цифрового сервиса, построенного на системе искусственного интеллекта. То есть тут и, грубо говоря, да, вот три таких компонента. То есть система, которая пытается вовлекать человека. То есть это и хороший интерфейс, это и поддержка мобильных устройств, да, наиболее популярных сейчас устройств. Это различные варианты коммуникации с помощью такой системы. То есть система вовлечения в ваш бизнес пользователей. Системы записи, то есть хранение информации, да, то есть это и CRM-системы, ERP-системы и так далее, то есть некоторое управление теми данными, которые у вас появляются. Вот и системы искусственного интеллекта, которые должны их объединять. То есть там интерфейс, например, который разрабатывается с учетом того, какие были данные
там, о, то есть, грубо говоря, поиск там наиболее активных страниц, да, и так далее. То есть, тоже какая-то аналитика. Вот, ну, тут приводятся всякие различные варианты продуктов и компаний, которые крутятся вокруг того или иного кусочка этого вот IT-сервиса, да. То есть, начиная там от инфраструктуры, вот, вот отмечаю, да, что наиболее сейчас популярное направление, или, по крайней мере, когда презентация-то делалась, это направление, связанное с так называемыми сервисами, которые строятся из кубиков, ну, то есть из готовых блоков. То есть, по сути, такой конструктор сервисов. Вот, то есть тут вот на этом сейчас делается акцент, что современная там система искусственного интеллекта – это система, которая строится по принципу конструктора. То есть вам не нужно писать с нуля какой-то код. Вы можете взять конструктор готовый, где будут готовые блоки, и из них по-быстрому собрать приложение, которое будет решать вашу бизнес-задачу. Вот, это такой тоже интересный тренд сейчас есть. То есть он есть и не только там всяких потребительских секторах, да, есть, например, и в секторе, связанном там, с промышленностью, там у той же компании Siemens полно продуктов, где вы как из конструктора строите систему искусственного интеллекта. То есть вам не нужно быть специалистом по искусственному интеллекту, чтобы построить систему искусственного интеллекта. Вам достаточно взять готовый продукт и его правильно настроить, там, согласно документации. То есть вот сейчас речь идет о том, что технология искусственного интеллекта выходит уже на такой уровень. То есть вам не нужно быть глубоко нырять математику, чтобы это использовать. О чем они тут еще говорят, да, о том, что что они тут хотели сказать, да, что, а, ну вот они как раз и говорят про то, о чем я говорю, да, что революция ML, платформ машинного обучения, это вот то, что сейчас происходит. То есть прошла революция искусственного интеллекта машинного обучения, когда было много данных, было хорошее, появилось хорошее железо, и появились простые алгоритмы, которые могут быть легко разобрано. Да? Сейчас следующая революция. Алгоритмы уже не нужны, алгоритмы уже есть, они уже унифицированы, они встроены во все экосистемы. Если вы там поковыряетесь в Google Cloud, в Amazon Cloud, в Microsoft Cloud, вы найдете там целый огромный раздел по искусственному интеллекту. Значит, у вас, по сути, эти платформы, эти сервисы облачные, да, они предоставляют вам возможность данные хранить. То есть есть тысячи вариантов, как вы можете хранить там данные. Они дают вам возможность по обработке этих данных, то есть предобработке, загрузке данных в это облако. И с помощью там, технологии искусственного интеллекта, готовых к использованию, они дают вам возможность эти данные обработать, то есть извлечь из них полезную информацию. То есть, например, если у вас сервис, который накапливает сообщения пользователей, вы можете там, в три клика настроить систему, которая будет семантическую информацию извлекать из этого текста. Вот. Вопрос, что вы хотите конкретно узнать, да, например, они могут там ранжировать, к примеру, там, по настроению, ну, то есть эмоциональный окрас сообщения. То есть это агрессивное сообщение или это позитивное сообщение и так далее. То есть так или иначе можно уже, не владея там, всей математикой, теорией искусственного интеллекта, не читая там эти книжки советские там под 600 страниц с классификацией системы искусственного интеллекта, вот вы можете просто там в три клика взять себе настроить систему искусственного интеллекта, которая будет данные собирать там из Твиттера, например, по какому-то аккаунту, парсить их и анализировать, и, например, там фильтровать только положительные, например, и так далее. Вот, то есть это вот как раз машинное обучение как некоторая платформа. То есть тоже такой достаточно интересный тренд, который сейчас существует. Ну, про это мы уже говорили, да, что там такая знаменитая история, когда в каком-то инвестиционном фонде одно из кресел топ-менеджеров было отдано алгоритму. То есть алгоритму поручили право голоса в том, инвестировать в компанию или нет. То есть в алгоритм загружают исходные данные для совещания, вот он их анализирует, то есть состояние компании, которую нужно принять решение, инвестировать или нет, и выдает свое резюме. И это резюме подсчитывается наравне с другими участниками этого совещания, вот для того, чтобы принять решение, инвестировать в компанию или нет. Не знаю, было ли тут больше хайпа или реально они на это полагаются, но в целом есть примеры компаний, где, например, те же инвестиции там, на фондовых рынках целиком даются на откуп роботам, потому что там современные частоты торговли – это там уже наносекунды.
вы должны успевать принимать решения. То есть там человек никогда в жизни не сможет с этим совладать. Плюс формализация, да, принятия решений. То есть человек может там ошибиться, там, потратить кучу денег, да, и ничего не заработать. Вот алгоритм всегда работает по какому-то заранее формально заданному критерию. То есть, как минимум, если критерий неправильный, да, то, по крайней мере, понятно почему. То есть нет с этим никаких проблем. Значит, здесь какие-то, да, пошли уже ссылки на какие-то мероприятия, где искусственный интеллект носит ведущую роль. Вот здесь пример тоже таких изменений, грубо говоря, как, в какой сейчас стадии технологии находится, да, то есть там начиная от, ну, это вот сайт с искусственным интеллектом, то есть там в 50-е годы прошлого века это была там эпоха зарождения, то есть только там где-то ученые, там академики сидели, там книжки писали про искусственный интеллект, в реальной жизни этого не было. Значит, тут в 80-е годы там начали появляться первые экспертные системы, уже промышленные. Мы про них поговорим еще. Может быть, там есть и книжка, которую вам рекомендуют почитать, 90-го года по учебному плану про экспертные системы, где там есть несколько примеров, что они себе представляли. Вот, может быть, мы так чисто ради истории посмотрим, что это было, да, 30 лет, 40 лет назад. Вот, там уже в 2000-е, да, появились первые такие массовые продукты, там, начиная от системы R, Века, Knime SkyKit Learn, которым мы пользуемся в курсе адаптивного управления в нейронных сетях. Вот, и дальше там появились уже такие более тяжеловесные продукты, нацеленные уже на огром. То есть если вот эти продукты, они нацелены на такие, на десктопные задачки, то есть на те задачки, которые вы можете на своем жестком диске разместить, вот, то там в 2000-х годах уже появились продукты, которые позволяют вам обрабатывать колоссальные объемы данных, там, например, Spark, который, по сути, такой на кластере позволяет вам вычисления делать. Ну, по сути, они все позволяют уже делать вычисления на кластере. Вот, и дальше уже появляются некоторые продукты, то есть не конкретные там фреймворки, да, или библиотеки, или какие-то программы, да, а уже целые продукты, то есть некоторое такое коммерческое внедрение. Вот тут интересно, да, говорить о том, кто, соответственно, мог заниматься на каждом этапе, там, начиная от ученых, академиков, потом дата-сайентисты, очень популярная сейчас специальность. Потом вот появились разработчики, которые могут брать тоже готовые, этим пользоваться, да. А простые аналитики, которые не обладают какими-то глубокими математическими навыками, сейчас уже вполне могут использовать методы там, машинного обучения в своей повседневной работе. И сейчас уже речь идет о том, что вот когда сейчас вот за счет облачных технологий, да, можно практически любому уже сесть и сделать там систему искусственного интеллекта. Вот они тут пишут, что они вот здесь, то есть вроде как сейчас только больше разработчики этим занимаются, но, на мой взгляд, мы уже где-то вот подходим вот к этому, к этой грани, когда, ну, наверное, да, все еще пока не могут, то есть домохозяйка, скорее всего, еще не сможет пока ваш искусственный интеллект построить, но аналитик уже может, то есть уже не нужен разработчик, чтобы строить систему искусственного интеллекта. То есть все делается по принципу конструктора сейчас. Ой, ну здесь какие-то тоже такие всякие громкие фразы. Ну, это Google Cloud, да, который якобы один из первых, кто попытался вот сделать сервис по искусственному интеллекту. То есть, по сути, взяли алгоритмы, да, и их встроили в свою экосистему, в свою платформу для облачных вычислений. Да. То есть они там, вы можете данные загрузить, хранить, использовать. Там такая система, как BigQuery, которая строится там на языке SQL, в нее уже там встроен система искусственного интеллекта. Вы можете прям сделать на SQL Select, отправить его результат, то есть результатическую таблицу отправить в систему обучения, да, сказать ей, вот научись делать так. Загрузить эти данные, да, на выходе получить модель, эту модель потом использовать, чтобы опять сделать Select, загрузить в эту модель и получить на выходе какой-то результат, сохранить его опять в базе. То есть использование, то есть как бы искусственный интеллект, он перестает уже быть какой-то такой магией. Это скорее такая рутинная операция, так же, как построение TL обычно, где вы там из таблички в табличку что-то перекладываете у себя в облаке. Вот, то есть это такая, ну, не знаю, демократизация AI, да, то есть вам не нужно быть огромным специалистом, чтобы строить систему искусственного интеллекта. Значит, здесь то же самое, что-то про Facebook, который тоже запустил свою платформу, причем они сами ей пользуются.
То есть тут просто цифры приводятся, да, что 6 миллионов предсказаний, ну, скажем так, прогнозов делается там каждую секунду вот в этой системе Facebook ML Learning. Что еще интересного, да? Ну, то есть они говорят, что есть некоторая революция в доступности этих инструментов, связанных с искусственным интеллектом. Значит, что они еще тут рекомендуют, да? Рекомендуют инвесторам, на чем концентрировать внимание, то есть забудьте про алгоритмы, фокусируйтесь на фичах вашего продукта. То есть вам нужно понимать не то, каким алгоритмом вы будете решать задачу, а то, какие преимущества алгоритмы дадут вашему продукту. Так, у нас еще один вопрос, да, 6 миллионов прогнозов. Но единичный прогноз, это, грубо говоря, у вас есть набор входов, и вам нужно спрогнозировать что-то на выходе. Ну, например, если задача классификация, да, у вас есть изображение, вам нужно по изображению понять, что на нем находится. Вот считайте, что 6 миллионов таких прогнозов строится, таких классификаций производится каждую секунду на вот этой платформе Facebook искусственный интеллект. То есть, грубо говоря, строя эту игру в Facebook, там 6 миллионов прогнозов строят каждую секунду, да? Вот у них постоянно какой-то там котел, который варит какой-то огромный чан с кашей. Да? Постоянно что-то там они считают, прогнозируют, классифицируют. Вот в этом контексте 6 миллионов. Надеюсь, понятно, о чем идет речь. Так, значит, по поводу того, на чем фокусироваться. Да, первое, это что нужно фокусироваться не на алгоритмах машинного обучения искусственного интеллекта, а на том, какие возможности это дает вашему продукту, то есть тому роду деятельности, которым вы занимаетесь. Вот. Понятно, что для того, чтобы это понять, нужно знать, а что может делать искусственный интеллект. Но это не то же самое, что разобраться с тем, за счет чего он это делает. То есть порог вхождения на самом деле очень невысокий в эту область. Вот. То есть алгоритмы сейчас уже не обязательно знать. Это скорее как бы ваш уровень вашего кругозора. То же самое с данными, да. Данные важнее, чем алгоритм. То есть данные должны быть правильными, то есть они должны обеспечивать решение вашей задачи. То есть первое – придумать задачу, вернее, придумать фишку вашего продукта, да. Второе – подобрать подходящие данные, которые позволят вам этих фичей добиться с помощью алгоритмов. Вот. Тут есть разные проблемы, да, данных может не быть, то есть может быть у вас огромное количество данных, но они могут быть бесполезными. То есть, например, если вы планируете, там, не знаю, строить систему прогноза погоды, вот, но при этом у вас нет, если вы собираете, например, только часть данных, да, и эти данные не могут объяснить, как погода меняется. Вот, то есть это у вас плохие данные, у вас данных недостаточно. Вот то же самое с очисткой данных, то есть данные должны быть чистыми, ну, в кавычках чистыми, да. Не должно быть шумов, они должны быть очищены от шумов, от пропусков, там, какой-то неправдоподобной информации. То есть это гораздо важнее, чем алгоритмы. Вот правильная подготовка данных. Вот опять же, пример из Люксофта, там есть целое подразделение, которое сидит, занимается данными. Именно подготовкой и очисткой. То есть набирают студентов, стажеров, сажают их перед монитором и начинают им проигрывать видео с камер беспилотного автомобиля. И они вот целыми днями по 8 часов в неделю, по 8 часов в день сидят, занимаются разметкой этих данных. То есть отмечают, где там дерево, где там человек, где там собака, где там разметка. Чистят эти данные, то есть какие-то записи, например, плохого качества, там, например, камера там запотела, они все это устраняют. То есть работа с данными – это тоже огромная сейчас проблема. Значит, так, у нас еще один вопрос. Автоматическое в каком плане, да? То есть за счет чего? То есть вы размечаете данные, чтобы научить машину распознавать объекты. Если вы пытаетесь сделать автоматическую разметку, кто вам ее автоматически разметит, если вы изначально ваша задача научить машину находить эти объекты? То есть для того, чтобы автоматически размечать, нужно какие-то критерии, да? Критериев, ну как бы какие могут быть критерии, чтобы найти, где у вас, например, разметка. То есть если вы можете построить критерии, по которому вы будете однозначно отличать разметку, то зачем вам тогда вообще нужен искусственный интеллект и машинное обучение? У вас он уже есть, правильно? Поэтому пока еще вот сидят люди и размечают. Вот. Есть, конечно, автоматизация определенная, то есть какие-то там, не знаю, запотевшее стекло, наверное, можно отфильтровать, согласен. Вот. Можно зафильтровать там видеопоток, который ничего не показывает. То есть когда камера отказала, у вас просто черный экран записывается. Да, такое, конечно, есть.
Вот, есть генерация данных, то есть, грубо говоря, разметили отдельный какой-то блок данных, да, и потом начинаете по-всякому тасовать. Увеличивать, уменьшать яркость изображения, засвечивать изображение, там, не знаю, инвертировать, как-то масштабировать его. Такое тоже есть, это тоже алгоритмы, и тоже часто применяют там технологии искусственного интеллекта, чтобы все это перетасовывать. Вот. Но в целом проблема разметки, очистки данных – это совсем нетривиальная задача. Как правило, там, в современной системе чуть ли не 95% времени вы тратите на данные. То есть правильное получение, отбор, очистка, складирование, то есть хранение, запросы к этим данным – это 90-95% всей работы в таких промышленных системах искусственного интеллекта. Вот. То есть алгоритмы практически вообще никак не фигурируют. То есть вы должны их знать, ну, по крайней мере, в чем они отличаются между собой, да, какой лучше, какой хуже. Вот. Но вам не обязательно, вы их точно не будете реализовывать. Это уже какая-то фантастика, только в Яндексе сидят там, пишут на C++ алгоритмы. В компаниях уже практически никто этим не занимается. Они берут готовый продукт и его используют. То есть они больше концентрируются, бизнес больше концентрируется на фичах вашего продукта, на данных, из которого эти фичи получаются. Вот. И дальше вот следующее, да, то есть это отладка, быстрое прототипирование, гораздо важнее, чем алгоритмы, которые вы используете. То есть brute force в условиях дешевого железа, дешевого софта более предпочтителен, чем какие-то сложные, уникальные алгоритмы, которые будете там годами изобретать и которые потом будете долго-долго еще отлаживать. Вот. И то же самое, там, использование готовых тулов и сейчас вот платформ машинного обучения, облачных технологий, да, вместо алгоритмов. Вот. Ну и тут пример приводится, не знаю, успеем, не успеем, да, за 5 минут собрать систему искусственного интеллекта. Давайте быстро просто пробежим сейчас. То есть, что они хотят сделать? Они хотят сделать систему искусственного интеллекта, которая будет в реальном времени оценивать счастье ваших пользователей, которые там на вашем сервисе приходят к вам. То есть они берут за основу платформу Twitter, берут вот такое смешное название, мартышечное обучение, то есть как бы, если вы его используете, вы мартышка, которой нужна система искусственного интеллекта. То есть, грубо говоря, любая мартышка сможет пользоваться этим фреймворком, да, этим сервисом. Slack – это мессенджер, Zipper, не уверен, не могу сказать, что это такое, да. Ну, видимо, какая-то, да, система автоматизации. Лэптоп с Wi-Fi, 10 минут, внимание, 4 аккаунта бесплатных в разных системах. Ну и тут для шутки, да, чашка кофе, чтобы восхититься результатом. То есть что нужно сделать? Нужно создать вот в этом сервисе Zapier, да, создать новый проект, назвать его, накидать, как из конструктора, тут готовые приложения, которые вы хотите за основу взять, Twitter, например, да, передать им какой-то триггер, то есть тоже готовый блок по, ну, как бы оценка настроения, да, то есть, грубо говоря. И, соответственно, задать условия, по которым вы будете отбирать людей, оставивших сообщения. Вот, какой-то там псевдоязык, который позволяет вам все это описать там в одну строчку, да. И, в принципе, все, да. А, ну и, соответственно, да, тут тоже какие-то конструкторы вот для системы, которая обучит. То есть, грубо говоря, у всех какая-то база твитов, да, вы на ней обучитесь. Отдельный блок для классификации текстовых сообщений, выбор модели для вашего обучения, значит, выбор каких-то критериев, которые вам, то есть в этой модели заложены какие-то, то, каким может быть текст, да, то есть негативным, нейтральным, позитивным. Вот. И, соответственно, можете использовать уже готовую модель, просто задав, что вам интересно из этих трех. То есть они, грубо говоря, превратит из твитов, там, не знаю, вашего блога или там просто твитов по какой-то тематике. С помощью этой модели она сама отфильтрует, разобьет все на три части, негативные, нейтральные, позитивные. Вот. И после этого вы можете, соответственно, выбрать, например, только позитивные, только негативные. Да, и дальше это использовать. Вот. Ну и здесь, соответственно, предлагается, что отфильтровать позитивный, нейтральный, оставить только негативный, да, и дальше направить результат в мессенджер, Slack.
Соответственно, вы получаете систему искусственного интеллекта, которая в реальном времени мониторит ваш аккаунт в Твиттере, аккаунт вашей компании, и в Slack скидывает все твиты, которые несут негативный сценарий. То есть, по сути, вы можете посадить теперь какого-то модератора, который на каждый такой негативный сценарий будет реагировать. То есть он не будет в реальном времени сидеть в Твиттере, да, искать, а он будет сразу получать все негативные сценарии. Вот такой забавный пример, который стоит $0, да, интеллектуальной системы, которая позволяет вам автоматизировать модерацию вашего Твиттер-аккаунта.